В свое время в одном известном фильме была сказана замечательная фраза: чтобы я не отделывался глупыми ответами, не задавайте глупых вопросов. Но абсолютно очевидно, что я сейчас могу сказать, надо развивать, конечно, инфраструктуру, предприятия и так далее и тому подобное. Но тем не менее мы с вами понимаем, что люди стремятся в Москву или Санкт-Петербург не только для того, чтобы получить работу более высокооплачиваемую, но потому что все-таки это является неким элементом культурной, да? То есть это еще и культурные столицы, где сосредоточение, наверное, всего как хорошего, так и всего плохого. Очень сильно отличается жизнь в Москве от жизни в регионах. Ведь кто-то едет из регионов, как вот вы едете в Москву, а я в свое время из Москвы, ну, Балаших, я считаю, тут мой родной город, фактически это и есть Москва, уехал на несколько лет жить в Астрахань. Но я уехал с высокой целью, я ставил перед собой задачу, которую я выполнил. Поэтому все зависит от того, к чему человек стремится. Если он стремится приехать в Москву, и у него есть на то достаточное основание, то ты построй хоть десяток предприятий, дай огромную зарплату, но человек все равно достигнет своей цели, если он такой упрямый, и он поедет в Москву. Но тем не менее, развивать работу, развивать предприятия, развивать инфраструктуру в регионах нужно, потому что полнейшее запустение и полнейший хаос из-за этого.